Концепция подразумевает строительство новой территории, ее обустройство. Здесь мы развиваем тему Африки. Старая территория у нас предполагает развитие, ну, скажем так, традиционной линейки животных. И в то же время концептуально мы включаем эту территорию не в территорию зоопарка непосредственно, а трактуем это как дендропарк, парк общего доступа, парк Вахитовский с развитием велодорожек и сопутствующих малых архитектурных форм. Имеется доступ с помощью моста на эту новую территорию. Вольер льва и гепарда у нас расположен вот в этой части. Здесь жираф. И вот эта большая территория подразумевает воссоздание небольшого кусочка саванны на этой территории. То есть это, в принципе, территория, не разделенная на какие-то конкретные зоны. По ней могут свободно передвигаться жирафы, импалы, антилопы. В принципе, в непосредственной близости находится вольер бегемота. То есть вот именно эта зона, она наиболее полно отвечает той концепции Африки, кусочка Африки на этой конкретной территории.